Волнение, новый портфель, новые друзья. Я открываю загадочный и незнакомый для меня мир и делаю первые шаги на пути как настоящий лицеист. Были, конечно, тревоги, как примут, что скажут, но теперь уже все позади. А действительно, что значит лицей и что он дал для меня? Лицей — это место, где я провожу много времени со своими друзьями. Мы помогаем друг другу в учебе, даем советы и всегда спешим на помощь в трудную минуту. Лицей стал моим вторым домом. Я научилась добру и верности, любви и прощению, честности и взаимопомощи. Перемены, забавы, прогулки, оценки. Здесь самые лучшие учителя. Они всегда подавали мне руку помощи в трудные минуты и дарили свою любовь. Они породили во мне уверенность в самовыражении, не переставали верить и мечтали вместе со мной. Лицей дал мне не только знания, но и ничем не заменимый жизненный опыт. Лицей готовит нас к новой интересной жизни, как заботливая добрая мать, не требуя ничего взамен. В нем прошли лучшие годы моей жизни, моя юность. Лицей помог мне раскрыть мои таланты. Здесь я открыла свой внутренний мир, познала свое внутреннее «я». Лицей дал мне ту искру и зажег во мне тот огонь, который перевернул мою жизнь. Воспитатели всегда находили меня и поддерживали, когда хотелось опустить руки и сдаться. Они направляли меня на правильный путь и всегда были рядом. Лицей — это постоянный труд, и умственный, и физический, и душевный, а не только яркие праздники. Теперь, глядя на все через призму времени, понимаю, что все это было необходимо. Лицей заставляет испытывать чувства, выводит на чистую воду все мысли, пороки, страхи, позволяет почувствовать необходимость борьбы. Лицей — это моя маленькая родина. Отсюда я пойду во взрослую жизнь, но меня всегда будет тянуть обратно. Пройдет много лет, но я никогда не забуду наших учителей, которые открыли для меня огромный мир знаний и своих одноклассников, с которыми мы вместе прошли этот путь. Лицей — это лучшие годы, это пора надежд и мечтаний. Я знаю, что обязательно добьюсь всех целей, которые поставит передо мною жизнь. И знаю, что немалая заслуга в этом будет принадлежать моему родному лицею, который навсегда останется в моем сердце.